гуляли по парку, и тут неожиданно скелет. Причем даже не в шкафу, а просто стоит. А ну, померяйся с ним ростом. Владик с Аришей решили попрыгать. Опа! О! Владик сел на леопарда. Помаши ручкой. О! А что там, Влад, пальма еще есть, да? Пальма, а кто на пальме нарисован? Обезьяна на пальме нарисована. Вот такие надувные джунгли. Ну что, пошли дальше? Кто пойдет, кто поедет. Ух ты, Влад, ты будешь катать Арину? Такие серьезные. Ну, в джунгли сходили, теперь катаются на внедорожнике. Ой, ой-ой-ой. Влад немножко врезался. Влад пытается теперь ехать самостоятельно. Ну да, действительно, машет рукой, как королева. Так, все, паркуем транспорт. О, ты у нас любительница шоколадного мороженого. Владиславчик, а ты себе тоже шоколадное выбрал, да? Молодец. Ты нос испачкала. Нос она испачкала. Ну покажи свой нос. А ты себе ничего не испачкал, да? Смотри, какой ты красивый. Ты усы себе сделал. Как дядька с усами теперь. Удобно вам по бордюре кататься? Владислав, Аринушка, ну что, пошли домой? Да? Говори пока. А? Говори пока.